Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего занятия – горячее блюдо телятина с овощами. Для горячего блюда телятины с овощами нам понадобится вырезка говяжья 130 грамм, баклажан 80 грамм, помидоры черри 80 грамм, 60 граммов болгарского перца, 30 грамм репчатого лука и 10-15 грамм тертого сыра пармезан. Нарезаем филе на пластины. Диаметром 3-4 миллиметра. Убираем филе в сторонку. Нарезаем перьями репчатый лук, сердцевину лука удаляем, она нам не понадобится. Делим перья, отделяем друг от друга. И также убираем в сторонку. Следующее. Нарезаем баклажан диаметром 5 миллиметров. И кольца разрезаем вдоль пополам. Прежде чем нарезать черри, поставим подогревать сковороду и нальем 20 миллиграммов растительного масла. Нарезаем черри дольками. А черри, которые мы украсим наше блюдо, нарежем чуть тоньше. В последующем это будет понятно, для чего мы так сделали. И отставим их в сторонку. Также для нашего блюда мы возьмем 3-4 грамма чеснока, порубим. И добавим сюда немного зелени. 2-3 веточки петрушки. 2-3 веточки свежей кинзы. И столько же укропа. Зелень следует порубить крупно. Потому что часть зелени мы добавим в конце приготовления блюда и часть при подаче.
нашего блюда. Масло довольно хорошо разогрелось. Начнем процесс обжарки. Обжаривать будем телятину и баклажаны вместе. Добавляем болгарский перец. И сдабриваем наше блюдо специями. Красная сладкая паприка. Соль. Специи всегда добавляйте по своему вкусу. Черный молотый перец. И молотый кориандр. Это блюдо более живое, мы не будем добавлять никаких соусов, никаких дополнительных заправок, а только естественный натуральный продукт. Свежие овощи, обжаренные до степени альденте. Добавляем черри. Чеснок. Лепестки лука. И часть рубленой зелени. И все опять тщательно перемешиваем. Выключаем. И выложим в наше блюдо. Выкладываем телятину и овощи. Центр тарелки. Выложили ингредиенты. И посыпаем наши рубленные зеленью. По краям выкладываем дольки черри.
поверх нашего блюда натрем сыр пармезан. Телятина с овощами готова.